Сапсерфинг сегодня на пике популярности. Прокатиться по морю на доске с веслом – излюбленное занятие для большинства жителей Приморья. Так, этот официальный вид спорта, который готовы внести в список олимпийских, многие со временем стали воспринимать исключительно как развлечение. Что несправедливо, уверяют профессионалы. Так какой он настоящий сапсерфинг? Будем разбираться прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Ярослав Клоков, первый сапсерфер России, экс-председатель Приморского отделения Федерации серфинга России, член национальной сборной по сапсерфингу. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, Анна. Мария Степанец, член национальной сборной по сапсерфингу, город Санкт-Петербург, призер чемпионатов России по сапсерфингу и менеджер национальной сборной по сапсерфингу. Здравствуйте, здравствуйте, Мария. Очень приятно видеть вас у нас в студии. Спасибо. И Влад Ященко, вотермен, один из первых сапсерферов России. Алоха. Привет. Здравствуйте, ребята. Очень интересна у нас сегодня тема и, как никогда, мне кажется, актуальная. Но для начала у меня есть сразу два вопроса первых. Во-первых, что такое вотермен? Отвечайте. Вотермен – это человек, который занимается водными видами спорта. Причем на протяжении долгого времени, на протяжении многих лет. Прошел, допустим, сразу несколькими. Там, вот, например, на Гавайях есть масса людей, которые занимаются и кайтом, и виндсерфингом, и серфингом, и сапом. Вот эти люди называются вотермены. То есть такой заслуженный спортсмен водного спорта. Заслуженный серфер во всех дисциплинах. Да. Тогда второй вопрос у меня теперь к Ярославу. Ярослав, действительно ли вы тот самый легендарный человек, который привез в Россию сапсерфинг? И я думаю, что да, в 2009 году с нашей виндсерф-станции во Вьетнаме, виндсерф, мы привезли первый сап сюда, в Владивосток. И уже катаясь в то время на серфинге, на классическом, в шотбордах, на лонгах руками, он у нас лежал, ходил по рукам, мы периодически на нем ловили какие-то волны, но еще так, не сильно этому придавали какое-то особое значение. Веселились. Это такое смешное, веселое занятие было. Привезли сюда, Ярик привез его в Владивосток, и все по очереди там пытались. А помнишь, еще первые соревнования, чемпионат России, который, да, в принципе, да, во Владивостоке был проведен первый чемпионат России по серфингу, причем Ярик его так как раз и устраивал. Организовал, да. Организовал, да. И пока ждали волну, то есть ждется прогноз, когда придут волны, все развлекались на этом сапе огромном, он был большой. Приехали ребята, которые живут на Бали, в Доминикане, и все развлекались на нем как угодно, но только не так, для чего он предназначен. Да. Ну, удобная штука. На шамаре плавали просто лежа, то на коленях, то какие-то бои подушками на нем устраивали. В общем, развлекались. Что, собственно, сегодня также продолжает происходить. Мне бы хотелось немножко все-таки истории именно сап-серфинга. Ярослав, я думаю, вы расскажете. Приморского. Не только приморского, вообще этого вида спорта, как он появился и чем он все-таки отличается от серфинга обычного, да, давайте расскажем, может быть, для тех, это будет полезная информация, кто еще не в курсе, что же такое сапы. Сапсерфинг в своем оригинальном проявлении – это направление серфинга с веслом. И стало оно отдельно взятой дисциплиной относительно недавно, может быть, года с 2004-го, с 2005-го, когда производители серфоборудования стали уже в своей линейке выпускать потихонечку сапы с веслами. Я имею в виду жесткие сапы. А в мировой практике использовался раньше давным-давно лонгборд инструкторами. Лонгборд с веслом. С веслом от аутриггера или от других лодок. Для того, чтобы собирать учеников по заливу и помогать им быстрее возвращаться на место старта. То есть это... Но это не было отдельным видом спорта. То есть это некая был... помощь серфингистам, именно серферам? Нет, да? Были очень большие объемные лонгборды. Доски для классического серфинга такого размера, что на них человек с обычным весом мог стоять в полный рост. Но это не было сапом. Ну, не было аббревиатуры еще сап. Стендап педалборд появилась вот относительно недавно, может быть, лет 12-13 назад. То есть, в принципе, в мире это молодой спорт. Да, это молодой спорт. И мы, по сути, действительно первооткрыватели. Это его... одно из направлений серфинга. Есть бодиборд, есть классический серфинг, есть серфинг за катером, есть сап-серфинг. Это все серфинг. Все, что связано с катанием на волнах. Просто в этом направлении используется весло, и доски немножко отличаются своими объемами и формами. У меня был вопрос, что появилось раньше, там, сап или серфинг, да? Конечно, серфинг. Соответственно, вы дали сейчас ответ на этот вопрос. Серфинг, да, все-таки это первоначальный вид спорта. Я где-то читал, что императоры гавайские, да, иногда помогали себе веслом, чем-то там похожим на весло, да.
когда были очень малюсенькие волны, они, да, немножко... Нет, ну это логично, потому что действительно это очень удобно и доступно, в принципе, каждому. Насколько я знаю, САП также помогает при подготовке непрофессиональным спортсменам, да, к серфингу, потому что серфинг – дело сложное, серьезное, очень нужна какая-то вообще понятие того, как стоять на воде, да, на доске. Я читала, что это помогает. Это так, действительно? Действительно, это так. Есть методика обучения начинающих именно через стендап-педал, через доску с веслом. Потому что, когда условия холодная вода, маленькие волны, недостаточно мощная прибойная волна, что понятно всем было, для учебы на классическом серфинге сначала людям предлагают постоять на сапе, чтобы они половили какие-то волны на большой объемной доске, потому что это быстрее получится. И потом уже человек, пройдя какие-то азы, он может потихонечку выбирать для себя, будет он кататься, грубо говоря, разгребаться руками, либо он останется в сапе. Но, как практика показывает, все остаются в сапе, и назад в классический серфинг уже не затащить. Очень редко кто, ну, адепты своего дела говорят, что мы хотим разгребаться только руками, и это классический наш путь. Так можно рассуждать, так можно делать, если мы живем в условиях регулярной океанской волны. А когда наши условия все равно недостаточно хорошие для того, чтобы заниматься этим ежедневно, то, конечно, САП здесь более... актуален. Да, да, да. У него просто КПД, коэффициент полезного действия выше будет, каталки лучше, больше серфинга. У нас сегодня гости из Санкт-Петербурга. Мария, да. Еще раз повторюсь, очень рада вас видеть у нас в студии. Я когда готовилась к этой программе, ну, для меня, как жительница Владивостока, зрелище достаточно привычное. Люди на сапах, тем более сегодня это очень популярно. Я увидела фотографии из Петербурга, где на Неве, вот в эту холодную, достаточно питерскую погоду, да, стоят и на Неве гребут веслами на сапах и проходят соревнования. Действительно ли он тоже столь популярен в Петербурге, этот вид спорта? Ну, знаете, я до этого тоже думала, что в Санкт-Петербурге у нас максимально, вот если брать всю Россию, популярен САП, но, приехав к вам во Владивосток, поняла, что на самом деле нет. Все-таки первое место пока что у вас, так как у нас... Stand-up paddle стал развиваться активно, наверное, последние годы, может быть, 3, вот так вот, а у вас пораньше. Mm-hmm. И здесь, мне кажется, все уже знают о том, что такое SUP, и тем более, что такое SUP-серфинг. Все, и даже больше. Я как-то немножечко упустила тот момент, когда это приобрело какой-то масштаб эпидемии, можно сказать. Потому что действительно на выходных, мне кажется, чуть ли не каждый второй приморец отправляется в путешествие на сапах. И, как мы говорили в начале программы, есть все-таки некое различие, да, между сапом любительским, будем его называть, и сапом профессиональным видом спорта. Расскажите, я знаю, что есть некая у вас претензия даже, может быть, к этой ситуации. Если она есть, то почему? В чем причина ее? Расскажите нам об этом. Очень интересно. Но мы ведь для этого сюда как раз и пришли, потому что уже много передач, что по радио, что по телевидению было, по поводу истории САПа, по поводу для чего он, как он. И вот сейчас маленькие нюансы, которые говорила, ты спрашивала про тренировочный момент, чтобы кататься на серфинге, нужно пройти типа САП. Вот. И некоторые это воспринимают как за чистую монету. Иногда подходят к тебе, ты там на своем малюсеньком супчике, мы ласково называем это суп, а не сап, да, и к тебе подходят люди и говорят, это вот та для обучения, да, доска, которая, и все, у них это и откладывается в мозгах, что это доска для обучения, но это совсем не так. А второй вариант, вот как ты говоришь, что пошел бум, сейчас в каждом магазине спортивном продаются надувные, даже язык не поворачивается сказать, назвать это сапом. Еле выговорил, да. Вот, надувные вот эти вот штуки, да, продаются. И если, допустим, лет 6-7 назад на нас смотрели как на чудо какое-то, и нас было, это человек 5-6, которые здесь катались по разным спортам. А я помню, я видела, да, я вот единичные, и вот эти, я помню катание, что люди... И все смотрели вот такими глазами, да, что это вообще человек, идущий по воде, и вплоть до того, что нас за святых воспринимают. Бегущие по волнам. Да, а сейчас к тебе подходят и говорят, о, ты на сапе катаешься, да ты такой же, как и мы. А они такие же, как и мы, купив себе вот эту вот надувную... штуку в магазине, да, они уже считают себя сап-серферами. А как Ярик сказал, слово «серфинг» предполагает катание по волнам. И вот чтобы отделить котлеты отдельно, мухи отдельно, мы сюда и пришли. Наконец возникла причина поговорить именно об этом. Так расскажите еще чуть побольше нам все-таки об отличиях. Я знаю, что проходят соревнования.
Да, не вот эти заезды по выходным, а именно соревнования. То есть их судят, жюри судит. Да? Вот расскажите все-таки действительно, почему спортсмен, который занимается этим уже много-много лет профессионально, да, он не может причислять себя, или опять же человек-любитель не может причислять себя к тем, кто уже много лет по-настоящему, не на надувных досках, катается на самках по-настоящему. За последние, наверное, вот лет 7 мировая индустрия сапсерфинга развилась настолько, что САП принял несколько разных направлений. Есть направления спортивные, есть прогулочные, есть классический серфинг, базовая дисциплина, собственно, с которой он имеет основное отношение, вот как мы все считаем, серферы. Но направление прогулки тоже присутствует, вот в нем как раз используются надувные доски. И получается, что есть соревнования по гребле на сапах в разных дисциплинах, там короткие дистанции, длинные дистанции. То есть на скорость, да, кто быстрее придет. Серфинг, который так и остался, собственно, не сильно, скажем так, доступный для всех, потому что это все-таки сложно, как ни крути, и требует определенного времени для того, чтобы это научиться делать, и ездить, и тренироваться, тратить на это свое время в первую очередь. А есть прогулки. И прогулки как раз охватили, я думаю, что большую часть не только нашего города, а в принципе мира всего. Вот, собственно, и все разные направления. Просто прогулки – это прогулки, они как бы прогулками остались. Угу. Серфинг – это серфинг, а направление гребного сапа, оно тоже имеет флэт-вотер, чисто гребные дисциплины, имеет марафоны и имеет такую смежную дисциплину между серфингом и греблей, скажем, даунвинд, наверное, такую самую интересную из сейчас тех, которые есть, когда человек разгоняется в открытом море и ловит волны не стержневые, которые подходят к берегу, не береговой прибой, а волны, которые раздуваются ветром в море, ветровая зыба, так называемая. Там как раз сочетаются и навыки гребли, и знания открытого моря, знания океана, серфинга. Поэтому серфинг сейчас у нас представлен очень в большом количестве разных дисциплин, но вот основная массовая дисциплина, не назову ее дисциплиной, направление развлечения, спортивного развлечения, это надувные доски, о которых, собственно, идет речь, и все, что мы здесь обсуждаем. Это пляжное развлечение больше. Людям удобно, никто ведь не говорит, что его не должно быть. Пусть оно будет, конечно, но просто, как я уже сказал, котлеты отдельно и так далее. Да, просто мне тоже кажется, что не столь плохо, что он сегодня настолько популярен, я имею в виду САП сам по себе, потому что это же и популяризация спорта в том числе, но просто не стоит забывать, что есть профессиональные спортсмены, суписты, да, вы называете себя, правильно? Да, да. А есть те, кто просто любят выходить на прогулки. Ну и можно просто сказать, спорт и развлечения. Да, дело это не в профессионализме даже, а дело в том, что есть серфинг, который, он что с веслом серфинг, что на лонгборде серфинг. Каждый, в принципе, супист, который катается на волнах, он базово катается на лонгборде и умеет кататься на серфинге. Потому что, ну, люди, которые начали кататься на сапе на волнах, они не с неба упали, они не из прогулок пришли. Это люди, которые занимались серфингом и имеют отношение какое-то к серфингу. Не обязательно профессионально, полупрофессионально, хорошие любители. Вот. А прогулки, люди из прогулок на серфинг, как правило, не доходят практически, очень редко. Ну что, конечно, касается спортивных состязаний, чемпионатов, это все проходит на настоящих жестких досках. То есть, если это, допустим, чемпионат России, который будет, кстати, проходить в сентябре, там будут рейсовые дисциплины, и если будут волны, это будет на Финском заливе, то, соответственно, и серфинг, вот, но это не надувные доски, опять же. Это спорт и это жесткие доски. И те доски, которые вот, используются в соревнованиях уже, и на которых катаются настоящие, как ты говоришь, профессионалы, ну реально, уже в международном туре этих людей можно называть профессионалами. Эти доски настолько маленькие, и вот, допустим, что у Ярика, что у меня, что у Маши, еще есть парочка человек во Владивостоке, есть очень маленькие доски, которые наши друзья-серферы легко путают с той же самой шот-доской. Ну, короткая доска. Допустим, когда я приобрел себе вот этот карбоновый маленький коротенький сапчик, вот, и ребята хотели посмотреть. И вот они ходят по берегу, он лежит, они такие, ну где, где, где?
Я говорю, ну, сначала я выдержал мхатовскую паузу, а потом говорю, так вот же он, ребята, лежит. Они такие, так это ж какая-то шот-доска. Вот, то есть, а у Ярика еще сейчас меньше, у него 7,6 футов, это практически размер Малибу, и, а за счет формы, если брать еще острый нос, то эта доска уже к шоту приближена. И стоять на таких досках обычный человек, ну, как бы не спортсмен, просто не сможет. Я не представляю, честно говоря, это очень сложно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о сап-серфинге. Ярослав, я вас немножечко перебила, у нас был небольшой перерыв, и я знаю, что вы хотели продолжить тему того, какими бывают сапы сами по себе, да, и есть тут тоже небольшая проблема, расскажите нам об этом. Да, проблемы особо никакой нет, просто хочется донести до людей, до обычных людей, которые никогда в жизни этим не занимались и только хотят попробовать, которые уже неправильно, им уже неправильно трактовали какую-то информацию, они приходят и говорят, ну, мы вот хотели бы попробовать сап, например, да, мы выносим большие, жесткие, нормальные, твердые, да, доски, объемные для уроков, а они смотрят и говорят, а что это такое? Нам нужен сап настоящий, оригинальный, надувной, вот как у всех. И вот в этом, собственно, заключается вся проблема, что информация изначально неправильно трактовалась долгое время, и людям уже переубедить их уже невозможно, уже нельзя им объяснить, что сап-серфинг это вот здесь, а это вот, вот это другое направление совсем, да? Они говорят, нет, нам такие доски не нужны, мы не хотим вот пробовать на таких, нам нужны оригинальные надувные сап-доски. И большинство людей так и думает. Собственно, вот что хотелось донести до всех. Чтобы знали, да. Что есть сап. Ну, ведь я так понимаю, техника несколько, наверное, разная. Может быть, даже не техника, а сложность, как вы говорили. То есть, чем меньше, соответственно, и тверже доска, тем сложнее на ней стоять. Правильно я понимаю? Потому что большой надувной сап, но, в принципе, понятно, что тоже, может быть, не для каждого человека будет легко. Но, тем не менее, он, площадь у него другая, он все-таки надувной, да, и как-то на нем покомфортнее, наверное. Ну, для спорта, конечно, делается доска и тоньше, и короче, и сам шейп. Ну, форма доски делается. Все делается для так называемых элементов. Именно по ним судятся соревнования. Элементы – это какие-то, ну, скажем так, трюки, чтобы обычному человеку было понятно. Трюки на волне, которые выполняет спортсмен. Для этого доска, естественно, делается и легче, и тоньше, и меньше размера. К слову, о профессиональном спорте уже соревнования, я так понимаю, проходят. Расскажите, как часто они проходят у нас, как часто они проходят в Санкт-Петербурге и насколько сильны наши спортсмены вообще на мировой арене сапсерфинга? Соревнования по сапсерфингу, как и по серфингу, у нас проходят ну, достаточно регулярно, как минимум раз в год. Это чемпионат России, как я уже говорила, повторюсь, в этом году он будет проходить в сентябре. Есть отдельные кубки, которые проходят, допустим, в других странах. Вот Ярослав проводит кубок Джимми Льюис во Вьетнаме, там тоже собираются очень сильные спортсмены именно по сапсерфингу и соревнуются на волнах. А в рамках чемпионата России у нас соревнуются достаточно сильные спортсмены, и именно на нем проходит отбор для того, чтобы попасть в национальную сборную и поехать потом на чемпионат мира. Вот, чемпионат мира в этом году будет проходить в Китае, изначально должен был быть в Бразилии, вот, но сейчас немножко сместились планы. Я думаю, что для российских спортсменов это будет даже удобнее и ближе туда добраться. И, конечно, мировой уровень на таких соревнованиях, он ну, просто запредельно высокий, и наша сборная, она пока что находится на начальном этапе. В принципе, в прошлом году впервые сборная выехала на такого плана соревнования, прямо полным составом. Вот. Но я думаю, что нам есть куда расти и стремиться, и надо участвовать для того, чтобы набираться опыта. Да. Мы заняли 26 место из 42 стран по командному зачету в середине. Это очень хорошо. Середина – это не так плохо, конечно. Тем более на этапе это... чемпионата мира, да. Я так понимаю, что есть там лидеры. Вот кто, кстати, лидеры на мировой сцене все-таки сейчас? Кто самый главный и страшный конкурент в сап-серфинге? Молодой парнишка, его зовут Кай Лэни. А он откуда? Он на Гавайях, да?
работает. А, ну, он Гавайи, собственно. Да, он занимает почти везде, ну, на многих, скажем так, потому что есть еще и другие люди, которые там валят, как говорится. Угу. Вот. А он-то валит, он только держит. Причем он стал чемпионом мира впервые, ему было, по-моему, 14 лет, да? И 14-16 лет парню было. Вот. И все, и понеслось. Ну, наверное, на Гавайях как родился, так встал там на доску и поехал. Да, его опекает некто Робби Нэш. Специалисты знают, кто этот человек. Вот, взрослый дяденька, который в индустрии серфинга и виндсерфинга, и серфинга, и кайта. Вот. И он катается на его досках. То есть это спонсорство, это понятно все, как это происходит в мире. Вот, вот этот человек, Кайл Эйни, потом... А есть очень важный дяденька Лейрд Хамильтон, который катался на серф-досках, был легендой серфинга, а потом, вот это как раз Ярик про это говорил, кто встает на сап, потом его просто не заманить на обратно, шаг он делать не хочет. Первая пятерка лидеров по сап-серфингу в дисциплине Wave – это... Мауи, где-то три человека, все живут рядом в одних домах. Uh-huh. И с детства катались. Это вот база такая тренировочная всего мирового топа. Это парни в возрасте где-то от 19 до 25 лет. Очень часто Бразилия, Кайвас, наступает им на пятки, дает там вторые, бывает первые места. Австралия, есть парни, которые профессионально очень катаются, там тоже в мировой топ, в пятерку входят. Хотя вот в прошлом году, например, выиграл парень с Новой Зеландии. Мы его никогда не видели раньше, нигде не слышали. Занял первое место на чемпионате мира в Дании. Это профессиональные спортсмены, которые, собственно, занимаются только сап-серфингом. Не профессионалы от спорта, которые живут этим, но все равно какое-то время тратят на работу и на организацию собственного быта. Это просто люди, которые ежедневно, как на работу, каждый день идут на воду, тренируются. И как во всех видах спорта. Угу. То есть я как раз хотела спросить, да, в чем секрет успеха в сап-серфинге? Понятно, что это, конечно, ежедневные, наверное, даже тренировки, да, но не всегда позволяет погода. Вот как вы поддерживаете себя в форме? И вообще давайте поговорим о том, что нужно человеку, который, например, загорелся сап-серфингом, хочет действительно добиться успехов, над чем работать в первую очередь, как это делать? Поделитесь такими секретами успеха. А, кстати, здесь сразу встанет все на свои места. Будет понятно, чем заниматься, как готовит себя человек, не профик, а который вот в спортивном режиме занимается сапсерфингом. То есть мы для этого мы используем балансборды. Это такая доска на валике, на которой ты, ну, очень часто в условиях даже дома можешь своего. Вот у меня дома прям стоит, проснулся, встал на эту досочку, постоял. Потом есть slackline, такая недавно придуманное развлечение для всех, кто тренирует свой баланс. От дерева до дерева или там от столба до столба натягивается такая ленточка, и она имеет свойство раскачиваться и прогибаться чуть ли не на земле. И по ней ходит человек, тренирует свой баланс. То есть одна из основных вещей – это тренировка баланса. И когда ребята, которые лежат на классическом серфинге на доске, а мы тут жадные до волны, если волна приходит, мы можем и по 5 часов на воде находиться, когда они на нас смотрят, а мы стоим на маленьком супчики, и вот так вот ногами все время отрабатываешь этот баланс, они иногда просто не понимают, как мы можем часами стоять. Это ноги тренированные, баланс, спина при этом тоже должна держать вот этот вот каркас отсек. Да, каркас должен быть очень мощным. Это вот отличает от людей, которые просто, для которых это пляжное развлечение. А каким должен быть первый набор начинающего сапсерфера? Ну, мы сейчас говорим не о прогулках, естественно, а о спорте уже. Это должна быть доска, которая соответствует, во-первых, его физическим способностям, балансу, как правильно сказал Влад, весу, и иметь определенный объем, недостаточно большой, огромный, для того, чтобы доска осталась такой слишком устойчивой и стабильной, но при этом не сильно маленькой, чтобы человек мог сделать какие-то базовые шаги в балансе, стоять, научиться на ней и потихонечку ловить какие-то волны. То есть это все в индивидуальном режиме может рассказать инструктор, тренер, какая доска человеку, собственно, нужна. Потому что прийти в магазин и без
купить консультации, штуку, без, да? Консультации купить себе САП, на котором кататься на волны, скорее всего, пройдет много времени, ему придется менять несколько раз доску, пока он сам не вырастет и не поймет, что ему нужно. Нужно спросить совета. То есть в любом случае есть куда обратиться, есть федерация, да, в Приморском крае, я так понимаю. Она существует же все еще, правильно? Потому что вы экс-участник, я поэтому спрашиваю. Мария, у нас остается немного времени, а я не задала вам очень важный вопрос. Вы сегодня единственная представительница слабого пола у нас в студии, спортсменка, комсомолка-красавица. Как много вообще девушек именно увлекаются сапсерфингом, спортом конкретно? Ну, я скажу вам так, что девочек, конечно, не хватает. Мам. Точно так же, как и подростков, юниоров. То есть мужчин подавляющее большинство в этом спорте, но девчонок, которые катаются именно на сапе, очень мало. То есть я по России могу пересчитать, наверное, по пальцам одной руки девчонок, которые действительно ловят волны и катаются по волнам. Вам надо провести кастинг во Владивосток, те, кто на надувных катается, да, как-то оценить технические возможности спортсменок. И быстренько подтянуть к себе в профессиональный спорт уже забрать. Что ж, к сожалению, нам пора заканчивать. Я думаю, что мы ответили на большинство вопросов, которые до этого многие не знали, те самые ответы. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Продолжайте заниматься этим замечательным спортом. Продолжайте кататься на сапах. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.